Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Различные вопросы». Вопрос 590. Скажите, пожалуйста, что будет с беременными женщинами, которые застанут второе пришествие Христова? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне непонятен вопрос. Что за причина недоверия к беременным женщинам? В чем их вина и по отношению чего? Этот вопрос стоял в отношении крещения, видимо, думали, что как считать ребенка, который не родился. Решение было принято – крестить. Беременных выделяли враги при войнах. 4 Царств 15-16. И всех, которые были в нем и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. Осии 14.1. «Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены». Матфея 24.19. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Если беременная будет христианка, то вопроса не будет. Так понятно это. Но если она неверующая, то как быть с ребенком, ведь он не виноват, что мать не та оказалась. На это готовы у нас слова Златоуста. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Как Исаак Ньютон говорил, гипотез не сочиняю. Праздные вопросы, как и в первоапостольской церкви вопрос о судьбе тех, кто не успел покреститься, доигрался, и тогда родственники начинали выдумывать, крестить их в кавычках. Отвечая за них, когда они уже лежали в гробах, они отвечали за них, изъявляя желание их теперь покреститься из-под гроба. 1 Коринфянам 15:29. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?